это снова канал Любопыт, и мы сегодня будем играть в игру «Проклятие Софии». Это хоррор-игра на Android. Чё-то я ни разу не снимал подобного рода игрушки. Сегодня мы будем это исправлять. Будем сегодня мы играть в эту игру. Так, давайте только звук не слишком громкий сделаем, а то всё-таки вы знаете, какие хоррор-игры. Тут и хоррор. Потом ещё испугаешься. Да, предупреждаю. Я, так как это хоррор-игра, могу от страха или от неожиданности матом ругнуться. Особенно если в первый раз вылезет какая-нибудь хрень. Если скример будет очень страшный. Ладно, без лишних слов. Погнали. Вот такая вот фря будет у нас вылезать, похоже. Так, тут у нас какое-то письмо. Привет. Так, понятно, нам надо... Так, нам, короче, надо присматривать, я так понял, за каким-то дедушкой до утра. И нам надо поддерживать работу 4 электрогенераторов, которые тут находятся в доме. Когда они сядут, надо их заряжать. Если вы видите какую-то ошибку, вы можете посмотреть в ноутбук на кухне, чтобы это исправить. Понятно, то есть нам еще и ошибки исправлять. Так, посмотрите ноутбук. Давайте-ка яркость побольше включим. Чтобы было видно. Угу, понятно. Так. Подзаряжаем. Так. Угу. Заряжаем. Так, тут у нас тоже генератор. А, это обучение. Опа, садится. А, вот как надо правильно-то заряжать. Стоп, не тот. Этот, что ли? Да нет, назад. Понятно. Убавим-ка звук. Понятно. Пропустить обучение. Чекпоинт. Так. А вот теперь начинается реальная игра. Так, чё тут? Главное не обосраться с испугу. Так. Ноутбук. Нам надо постоянно поддерживать работу вот этих вот генераторов. Так, это что такое было? Вы видели? Видели? Нет, ну вы это видели? О! Это что так? Ебаный в рот! Я предупреждал! Етишкин пистолет! Это что за шлюха была? Блин! Я чуть не обосрался с испугу. Кто тоже жмите лайк. А может среди вас найдутся какие-нибудь хладнокровные, которые вообще не испугались, а? Так, ладно. Там у нас вроде эти генераторы-то вроде заряженные были. Так куда ты лезешь? И
идиота ты, кусок. Не сюда. Срочно заряжаем. Ой. Срочно заряжай. Стоп. Куда? Мне назад нужно. Заряжай, давай, эти чертовы генераторы. Пока эта фря не вылезла. А-а-а! Схуя ли она тут появилась? Я же зарядил все генераторы. В рот. Обалдеть. Просто обалдеть. Так. Кажись, у нас тут один генератор начинает садиться. Подзарядим-ка его. Нам надо поддерживать работу этих чертовых аккумуляторов, иначе припрется эта шлюха. Это что, есть та самая София, про которую игра ж вроде как называется «Проклятие Софии»? Это, наверное, и есть та самая София. Я не пойму, а чё она на нас нападает, а не на дедушку, которого нам надо оберегать? Куда? Ты куда лезешь? Вот. Ран. Бегом. Чини эту хрень. Чини бырь. Беги, идиот, а ты кусок. Что-то я все путаю. Заряжай эту хрень, пока фря это не приперлась. О, вроде нормально. Опа, аномалия. О, чертова хренотень! О, чертова хренотень! Египетская сила! Тьфу ты! Да, нам, походу, вообще не выжить. Охренеть.
Заряжай давай, беги, эти чертовы генераторы. А то припрется эта шлюха. А, шлюха пришла! У меня ж наушники слетели. Но я не пойму, с чего, с какого хрена она тут появилась. Мы же вроде как... Все эти у нас были заряжены. Генераторы. Почему она на нас напала? Тут какая-то хрень. Куда ты идешь? Дурак. Или дура. Я не знаю, баба или я тут управляю. Или мужиком. У ты! Ёбаный в рот! Мы даже до чекпоинта продержаться не можем. Так, а может тут ошибки какие-то есть? Нам тут вроде говорили что-то про ошибки, которые исправлять надо. Может это из-за ошибок? Канитель такая. Блин, как же орёт эта шлюха. Шлюхи нет. Нет, но скоро появится. Ёк-макарёк. Там же шлюха. А-а-а! Шлюха, помогите! Ай, ебаный в рот! Ай! Да ну его нахуй, это проклятие Софии, блядь!